Эй, Сомерс, нам еще далеко? 20 минут. Группа полковника Грина еще в пути. Мы привыкли убедить скоро. Ты выходи там. Здесь мы встретимся с Эмбразом и заберем переводчицу. Ее зовут Ной Уайс. Эй, Рашид, сделай эту дрянь тише. Иракцы годами накапливали в этом бункере оружие русского производства. Полагаю, сопротивление будет сильным. Эй, 50 баксов, что убью больше чурок, чем ты. Подними до сотни и по рукам. Проверь. إذا ما قمت بأية حركة مفاجئة سيقوم رجالي بقتلك. انتبه. بيدوسين. Хлопаю. Чёрт, машине каюк, водителю тоже. Пойдем искать убежище. Орел, это эхо. Прием. Плохи дела. Ущелье блокирует наш сигнал. Надо подняться повыше. Вон там радиовышка. Хорошо видишь, это наша цель. Вперед! Грейсон, помни правила ведения боя, чтобы никакой хрени типа Джона Уэйна. Да, да. Будете готовы, дайте знать, сэр. Подходим к двери. Подхожу к двери. Вс
Все чисто! Ну что, чувак, поимели тебя? Так точно! Считай, что уже сделано. Славный выстрел! Цель уничтожена! Обстрел! Похоже, Грейсона торкнуло лекарство. Больно было. Ты его хлопнул. Не начинай то, что не можешь закончить. Разрывная! Бум! Прямо в башку! Подвигаюсь! لا تدعهم يهربون اقتلهم جنيفا كونفنشن اي جيف اب потяните пушку мальчик не пожалеете надо двигаться Пирс Эхо, это Эмброс. Конец связи. Это Эмброс. Свидание с доктором Ноей Вейс прошло удачно. Когда вы будете? Понял, но это потребует времени. У нас тут возникли кое-какие технические проблемы. Хорошо, Эхо. Когда сможете. И берегите задницы. Сдается мне, здесь что-то не так. Понял, понял. Грейсон, конец связи.
Цели захвачены! Ух, котлета! Он мертв! Встанет. Радиовышка прямо по курсу. Надо двигаться, Пирс. Подхожу к двери. Покажем им! Я это видел! Славный выстрел! Отлично прорвались! Начнем. Орел, это Эхо. Прием. Слышу вас, Эхо. Доложите обстановку. Прием. Засада в ущелье. Нет ни машины, ни водителя. Нужна помощь. Прием. Внимание, Эхо. Мы под угрозой. В штабе отменили наше задание. Парни, теперь вы сами по себе. Что? А не пошел бы этот штаб на... Однако мы можем сбросить вам машину поддержки по ту сторону моста. Вижу его! К вам приближаются силы противника. Вы должны пересечь мост и взорвать его, чтобы к вам мог прилететь наш вертолет. Вас понял, выдвигаемся. Ну и козлы сидят у нас на базе. Конечно! Если увижу хоть еще одного паука-верблюда, затопчу его нахрен! Грейсон, не ждать заряд, пока Пирс не даст добро. Эхо, тут для меня крутовато. Буду нарезать круги, пока вы внизу разбираетесь с этими уродами. Ставлю заряд.
Готово? Да, первый заряд готов. Занимай очередь, чувак. Как точно. Последний. Идем через мост. Пирс, мы готовы взорвать мост по твоему приказу. Пирс, хватай пушку. Так, приготовились, сейчас будет жарко! Твою мать, не сработало! И вот за такое мы платим налоги. Внимание, приближается БТР. Дай минуту, отцепись от меня. Помогите мне. Люблю я взрывчатку. Орел, мы готовы к отправке. Прием. Транспорт в пути. Увы, это все, что мы можем, сынок. Удачи. Я поведу, если хочешь сидеть у пушки. Грейсон, почему мы стоим? Да погоди, отлить нужно. Пирс, хватит уже пялиться через прицел на мой болт. Тебе и без прицела все видно. Слушайте, мы круто нашумели, так что у нас будут проблемы. Обожаю проблемы. Эй, что это там впереди? Похоже на блокпост. Черт, пора уходить с дороги. Ладно, держитесь. Через завод! Грейсон, двигай на запад. В километре отсюда есть другой кусок шоссе. Черт с два, деревня на севере. Я еду туда, если Пирс не против. Сейчас нырнем в ту траншею. Если эта хрень сушится, мы попали. Все будет пучком. Ее сделали для автосистем. В нас стреляют. Пирс, прикинь. Ракеты прямо по курсу. Рабочим завода. Думаю, они купили это дерьмо у нас. Да уж. Надеюсь, мы не продешевили. Машины! Пирс, стреляй в водителя! Этот парень водит как лох.
Грейсон, держись! Не говори, что мы заблудились. Со мной так не бывает. Пирс, ты видишь шоссе? Должна быть развилка. Она, наверное, на востоке. Да нет, Грейсон. Она к северу. Сомневаюсь. Сейчас проверю по GPS. Забей, она на севере. Держитесь! Я-ха! Я-ха! Вражеский транспорт! Пирс, твою мать, отцепи их от нас! Назад! Назад! Эй, командиру звена! Я отключаю систему наведения! Грейса, ну хватит! Сомерс, твой пессимизм меня тревожит. Черт, не проехать! Поднажми! Эй, что там впереди? Охренеть! Они танки разрывают! Назад! Назад! Так, группа эхо, держитесь! Пирс, ты там в порядке? Он в порядке. Эй, дуй вон туда! Шоссе должно быть прямо по курсу! Сказал же, что выведу всех. Если я за рулем, значит прорвемся. Если это называется прорваться, то что такое влипнуть? Ямброс! Грейсон, говори тише. Надо двигаться, Пирс. Тавакаф, Алян. Все хорошо, он из деревни, он просто напуган. Ну и болото. Дома я видывал и похуже. Вот здесь наш друг и собирает свои бомбы. Да ладно тебе. Это Ноя Уайс. Она наш переводчик и врач. Привет. Вы офицер? Нет, я террористка. Сколько вы весите? 195, а что? Она же не пойдет с нами, да? Да, потому что ты, белая жопа, не знаешь арабский, а она знает. Ладно, вперед, все, я получил задание. Бункер соединен с водоочистной станцией. Если они и хранят где-то хлорные бомбы, то там. Мы идем первыми, за нами третье подразделение. Они разберутся с мятежниками из этой деревни. Готовы? Закатывайте рукава. Нифига. Она из США, безвредна, как котенок. Это для защиты от химвеществ. Помимо прочего. А что в нем? Секретный состав. Укол обязателен. В бункере засела республиканская гвардия. Примерно 50 человек. Мы должны проникнуть внутрь и вступить с ними в бой. Снаружи было бы проще. Видимость лучше. Будут везде коридоры. Будем зачищать одну секцию за другой. Если эти схемы не устарели. Так, Пирс, ваш выход. شياطين كلكم شياطين الشيطان بنفسه يسكن هناك Что-то не так? Он говорит про бункер, говорит, там живет дьявол. Скажи ему, что мы потому и пришли. هل ستساعدني؟ هي حقيقة إذن ما يقولونه عن الأمريكيين. Пойдем. أنتم جميعا كذبون. خنازير. У них две точки входа. Мы обойдем деревню кругом и зайдем с тыла. Круто? Что ты делаешь? Не хочу, чтобы он настучал на нас своим друзьям. Звучит хорошо, но и Пирс и я пойдем с тобой.
Здесь ни души. Нет, жители все еще тут. Просто спрятались. Обнаружен противник! Славный выстрел! Пирс, ну ты зажигаешь! Блин, и кому тут охота жить? Похоже на полевой госпиталь. Прикинь, если бы тебя тут лечили. Уверяю, проводить операции в таком месте тоже не сахар. Похоже на полевой госпиталь. Прикинь, если бы тебя тут лечили. Уверяю, проводить операции в таком месте тоже не сахар. Без проблем. Район чист. Капитан Пирс, ваши люди могут просто открывать двери? Эй, что это там перед мечетью? Обнаружен противник! Вы убили его! Ответный огонь! Отличная работа! Цели захвачены! Черт, устроил ты им шоу! Подходи! Он готовит по мне! Ведете счет, мальчики? Уничтожено. Обнаружен противник. Славный выстрел. Граната пошла.
отбрил. Надо двигаться, Пирс. Доктор Уайс, мы с Пирсом не умеем читать червяков. Что тут написано? Заброшенная школа, ничего особенного. Район чист. Блин, меня с этого укола так плющит, как будто третья башка вот-вот вырастет. Все будет нормально. Да потому что вы бы не стали тестировать опасное химическое дерьмо на солдатах. Сосредоточьтесь! Осторожней. Понеслась, дурка! Что это с ним? Нет, правда, жуткий урод. Жертва химического оружия. Да, во втором поколении. Врожденная форма энцефалита. Вы серьезно? Наши об этом знают? Не могу сказать больше, не спрашивайте. Ботинки тесноваты. Вы убили его! Пирс, вы не в моем вкусе. Двигаюсь.
Приятно хоть разок выбраться из лаборатории. Печально, что в этой школе не учатся дети. Здесь могли бы расти новые врачи и программисты. Не злил. Плюс один на моем счету. Граната пошла! Поехали! Аминьюн! Пирс. Молодец. Приказы должен отдавать кто-то из нас, а не эти политики.
Черт, устроил ты им шоу! Мы обнаружили бункер. Эта дверь усилена сталью. Проверим ее с этой стороны. Возможно, есть слабое место. Склад оружия на третьем уровне.